Свой подарок. Сходили мы в супермаркет «Порядок» товаров для дома и дачи. И вот такую то, что я мечтала, о литой сковородке гриль, дарил в этот день с антипригарным покрытием, сделанным на Украине. Я давно мечтала такой сковородке. Оксана Коваленко, я очень часто вижу, что она готовит, завидовала на такую сковородку. Вот какие блюда там красивые, вкусные получаются. Поэтому вот у меня подарок теперь на столе. Посмотрим сейчас мы эту сковородку. Я покажу. Витая сковорода-гриль сделана в Украине. Утолщенное дно, безопасное двухслойное антипригарное покрытие. При нагревании не выделяет токсичных веществ со съемной ручкой. 26 сантиметров. Раскроем и посмотрим. Ручка к ней. Ну и все. Инструкция на коробке. Значит, вот такая съемная ручка. Хорошая такая. Здесь кнопочки. Она не легкая. Такой вес дно. Вот такое дно. Если написано, что не выделяет токсичных веществ, я думаю, что им одеть. Так. Вот так. Все. Сковородка наша готова. Такая прочная ручка. Там скидки. И она сейчас стоит. Это вот 1688 рублей 85 копеек.